Здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда и Горелли. Мы продолжаем выживание в мире Minecraft Technic Hell, сезон номер 3. Всем привет, дорогие друзья. Йоу, come on everybody. Мы там с тобой, помнишь, что делали в прошлой серии? Да. Уже все сделалось? Да. В смысле, да. Вот же еще дофига красного булыжника. Как выкинуть все полностью? Shift-клик. Shift-клик не работает. Ну-ка, по-русски пишет? По-русски все равно не пишет. Нафиг. Даже не... Так, короче, раскочегари эту топку на максимум. У тебя есть там редстоуна где-нибудь, кусочек? Покопайся, поищи в инвентаре. Редстоуна нету, нету. У тебя много еще стаков? Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Около 10, короче. Сейчас я принесу. Да, принеси, потому что жар очень сильно уже остыл, и она фигово плавит. За этого. Сейчас переплавим, потом пойдем заниматься какими-то другими вещами. Понимаю, что в третьем сезоне мы ждали, может быть, видеть не это, но это самые начальные серии, это самое только начало развития. Потом будет интереснее по-любому. Да не, я знаю. Можно будет в одной из следующих серий пойти королевство принести, кстати, чтобы так приключений добавить. Добавим приключения. Так, я принес дофига стаков редстоуна сюда. Отлично, вот прям сразу стак закидываю и погнали. Вот сюда положу. Эти стаки. Угу. Грамотно. Вот надо только мотыги всякие выкинуть. Ну там у тебя бэкпак, кстати, еще есть. Нужен? Да, есть. Точно, у меня есть 4 бэкпака. Да, я помню их. Просто не хочу пока брать. Угу. Так, пока сложу готовый. И рассортирую, что, пожалуй, с двух в один. А, хотя... Куда вы? Да, все-таки рассортирую. Надо на самом деле потом... На... Ну ладно. Мусорку уже как-то сделать. Мы делали же мусорку где-то здесь. Я уже все подзабыл, что здесь есть. Да, насчет, кстати, планов. Слушай, у меня вот... Я вот думал просто что поделать в ближайшее время. Не хочу сейчас пока вот с модами запариваться очень сильно. Говорят, что сборка исчерпала себя, но это нифига не так на самом деле. С модов просто куча. Даже не затрагивая магические. А, забрасываю еще. Да, забросил, ну... Вот, я думаю, просто я хочу сейчас поработать с деревнями и с инфоградами, провести железную дорогу между ними, ну или железную дорогу, по крайней мере, со временем, а сейчас ограды, хотя бы просто дорожку между двумя... Да, короче, заняться стройкой, грубо говоря. Грубо говоря, да, правильно? Несколько ближайших серий я хочу просто обезопасить деревни, чтобы они были полноценные. Ну, это правильно, Сами, я поддерживаю полностью, потому что самому охота. Самому вот хоть построить. Я-то буду заниматься домом, потому что у меня как раз материала дофига, да, получается. Дом занимайся, а я пойду деревню ограждать. Иначе просто они даже не доживут долго. Ну, кстати, плавит так себе, не особо-то прям быстро, как ты говорил, что будет молниеносно. Ну, довольно если быстро, тысяч. Считывая, что по две. Ну, нам. Мне советовали еще, типа, такая есть печка, которая плавит вообще ни на чем, просто бесплатно, как бы. Даже энергия не нужна. Uh-huh. В общем-то, но я сейчас, как говорил, уже не хочу с модами запариваться особо. Так что забей, как-нибудь уж здесь заплавим. Да ладно, нормально. Уже осталась ерунда. Превращать их в кирпичи? Не все. Мне нужно, ну, примерно половину можно сделать, короче, половину оставить пока. Ну, я оставлю то, что у тебя без кирпичей, а у себя то, что я сделал кирпичи, да? Хорошо. Давай так, у меня осталось еще... Раз, два, три, четыре, шесть, семь... Ну, 8,5 стаков примерно у меня осталось. Ну, учитывая, что в печке еще 10 стаков. Ну, вот тебе еще 2 штучки. А, в остальном все. У меня получилось, знаешь, сколько? Сейчас. 2, 4, 6, 7, почти 8 стаков. Я думаю, этого должно хватить. Ну, в принципе, должно, наверное. Хотя бы на первое время. Так, ну я, короче, жарю, плавлю. Может быть, есть смысл свалить уже туда, посмотреть, что там. Да пока иди еще, туда плавлю, тогда приду. Да. Может, пока начинать там... А, слышь, знаешь, что сделай? Посмотри на складе дерево, тогда заборы всякие, если ты хотел. То есть, заборы быть... я сейчас возьму, да, там просто тоннами заборы. Не, я просто тоже уже забирал кучу всего, и уже в нашем доме в новом лежит на складе. Но, тем не менее, посмотри, может, ты еще оставил, может, не все унес. То есть, ну, что нам понадобится? Заборы, топоры, может, заборы здесь как раз лежат еще много. Я вот не, только не врубаюсь, хочу ли я из деревянных заборов. Может быть, все-таки каменные, либо, ну,
вообще булыгу нагромоздить, и потом сверху каменный забор. То есть несколько слоев булыги, такая высокая стена будет, как если мы замок будем строить, когда-нибудь решимся. Я понял, надо травнее делать окна, или хотя бы, знаешь, такие бойницы из заборов деревянных будут прикольно смотреться. Бойницы, да, кстати, с деревянных заборов вообще отлично будет. Все-таки возьму заборы. Как кайфу. Да пригодится, заборы, знаешь, материал такой универсальный, фонари там из него делать и что угодно, короче, поэтому нормалек. Может быть даже из можно сделать каменный забор или каменные стены там, ну все что угодно же, фантазия-то ничем не ограничена, кроме как твоим умом. Звучит странно. Да, с таким еще акцентом на слово ум. Да, типа, ну ты безмозглый. Ты короче, да. Поэтому тебе не грозит. Тебе все равно. Ладно, тут есть карьерный камень, камень бездны, но что-то я пока не понимаю, как использовать. Они ни во что не превращаются, например, в кирпичи они не превращаются. Карьерные блоки прикольные, но они как бы их мало. Надо искать их еще. Красавчик, я выкинул редстоун полстака. Есть обычные кирпичи. Ну, вот обычные кирпичи это вариант, наверное, но будет не очень красиво. Все-таки лучше каменные кирпичи, да? Сейчас я, наверное, тоже, да. Я тоже здесь сейчас буду плавить. Долго стоять после тебя, плавить буду другое. А ты сделай там печки побольше просто на самом, хотя бы простых таких обычных. Или подожди, простые печки можно за каким-то металлическим делать, улучшать как-то, слышишь? Горели. Печки, вот чем улучшать печки, я что-то не помню. Булыга. Сейчас просто реально плавать придется много в новом доме, реально много, поэтому это пригодилось бы. Сейчас с ужасом понимаю, что мне нужна булыга. С ужасом просто. Ее нету? Ну я ее взял. Все, плавится последние два стака. Так, куда? Сюда? В принципе, все ровно. Оп. Все довольно быстро получилось. Итого у меня просто полный этот самый бэкпак. 3 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 на 9 получается у меня стаков. И еще 1, 2, 3. Ну, грубо говоря, 4,5. В общем, до хрена у меня. Тут тоже заплавилось еще немножко... Red Rock. Это как-то вообще мало, я помню. По сравнению с тем, что здесь. Ну тогда. Какие горы ресурсов. 22 алмаза валяется просто так. Нормальненько бы. Валяется на цвета полу? Пистак. Нет, ну не на полу, а в сундуке, в смысле. А, да ладно. Да и здесь, алмаз... здесь тоже алмазы валяются. Если так подумать. Все, готово. Закину пока туда еще два стака железа плавится просто так. Чтобы было. И поехал к тебе. Заниматься строительством. Ох, сейчас понастрою, чувствую я. Так, где у нас там был? А, подожди. Лоу, что-то я заблудился, блин, в доме. Там сверху, на втором. Да-да-да, все нашел. Вот я и думал. Если ночь наступит, давай поспим, чтобы мне мобы не мешали строить. Да, давай-давай. Ты будешь плавить булыжник сейчас? Ну, надо бы немножко, да. Так, ладненько, это я пошел потихонечку, пожалуй... посмотрю, что у нас тут и как. Вот эту я платформу хотел чуть расширить. Давай поспим, да? Чтоб... Да, давай, давай. Никак. Ты в доме уже? Да. Я лечу пока. А, все, уже можно лечь. Ну, шикарно вообще. Великолепно. Везде бошки этих зомби понатыканы. Это забавно. Не, на самом деле прикольный меч лутинга, можно потом, знаешь, в большом настоящем доме, там, типа, ну, мы сделали же его в стиле замка такой наподобие, да, и сделать, короче, там этот самый, как вот такую трофейную комнату, типа, короче, и туда повесить, там, ну, можно да, же трофейная еще... трофейная комната, это вообще супер, на самом деле. Можно же еще как его, повесить этих самых туда, рамок, и в них всякие мечи вставить, короче. Тут даже подобие дорожки есть, я не буду ломать конструкцию, я, скорее всего, продолжу. Дорожка, правда, из... Так, хорошо. Положим. Тихо. Сейчас начнется долгое строительство. Предупреждаю сразу всех, кто этого не любит. Пожалуй, вам нужно запастись печеньками и сидеть лопать их. Да-да. Типа того. Не, реально, учитывая, что я хочу всякие лесенки, дорожки тут построить. До деревни, до одной дорожки, до другой, там, и так далее. По этим горам всякие спуски. Это будет реально долгая стройка. Это можно тут серии 20 строить вполне, а то будет классно. Не, ну 20, наверное, нет. Ну, в смысле, мы не будем 20. Не, ну да. Можно тогда. Так. Тут вряд ли что-то произойдет, но все же.
они с земли что ли бросать сюда? Блин, вот не хочется менять цвет ландшафта, поэтому мне теперь тоже нужны эти штуки. Так, ну допустим, вот такая вот башенка, но она должна быть шире гораздо, поэтому сделаем так. 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 Еще можно народ. Так. Вообще, где тут эти? Где жители-то все? Уже все, что ли? Конец нам. Ну все, не больше. А, Валдай, ну тут уже жителей нет. В смысле нет? Так заспауним потом, господи. Ну да, немножко читерно, ну что поделай. Может, они все-таки успели где-то спрятаться, где-то хоть один, они же размножатся потом. Ну проверь. Проверь. Ну, походу, эта деревня все, закончилась. Не, вот раз все равно строю заборы, потому что будем распаунить. Я понимаю, что это читерство, но, блин, реально, мы выбирали две деревни, чтобы в итоге, блин, жителями торговать, а в итоге у нас жителей не осталось. Как-то вообще не классно. Не? Как считаешь? Ну, спаунить может, можно и не спаунить, можно же просто золотыми яблоками их превратить из зомби. А, ну да. Ну, тем они более потом тогда расплодятся, но сам факт того, что двери все выбили, надо было хотя бы дверь замуровать что-то. А они были тут в колодце вот здесь, но, видимо, не смогли выйти, что ли, сдохли от голода, я не знаю. Жестко. Вряд ли, честно говоря. Так, хорошо. А вот тут точно кто-нибудь должен остаться был. Подожди, правильно ли о, я сделал? Один остался. Да? Да. Нормально. Только один он все равно не расплодится, скорее всего, но все же. Ну, кстати, не факт, я вот не помню, сколько нужно для этого. Я помню, что нужно двери там. Там просто какой-то гайд был на тебя, видел, чувак какой-то рассказывал, что можно просто сделать в доме там чердак с кучей дверей, и на каждой двери будет по одному жителю спавниться. Да, двери нужны. Это я тоже помню, что-то такое. Ну, надо будет еще раз погуглить, поютюбить. Я думаю, она в комментариях напишет подписчики, что там и как. Ну, если мы просто... Ну, главное вообще... еще обезопасить. Для этого нужен свет, для этого нужны хорошие стены. Свет я предлагаю лампы сделать, факела, что прошлый век уже. Да, согласен. Факела — это такое временное решение, также инструмент, который пригождается в шахтах. А тут, да, нужен нормальный, четкий свет. Притом можно даже не просто эти глоустоновые, да, а именно лампы, которые включаются там, все в этом духе. Да, да, согласен. Они красивее можно выглядят. Или можно, помнишь, у нас вроде есть возможность какие-то лампы еще крутые сделать. Надо посмотреть. Есть, да, наверное, есть. Да, по-любому есть. Тут какие-то лампы из мода, типа, который называется вроде сейчас Project Red. Project Red, может быть. Раньше Red он назывался как-то по-другому, не помню. Redstone, короче. Red, типа, на Redstone. Не, ну главное, чтобы они светили нормально. Светят они еще, разные цвета светят. Нормально. Нужно цвет красителем выбирать. Но я, может, что-то путаю, потому что не уверен, что у нас такой мод есть. Так, хорошо. Так. Так, ну допустим, вот такой, значит, квадратик. Мы сюда продолжим максимально, насколько это возможно. А это возможно, в принципе, вот так сделать. Так, так, так. Да, это, конечно, может быть, скажете, что за перерасход, Валдай, ты просто так берешь ресурсы, выкапываешь в одном месте и вкапываешь их в другое, но потом, когда вы увидите и поймете мою задумку, вы скажете, вау, it's amazing. Или фу, что за дерьмо. Я не знаю. Ну, одно из двух, да, получится. По-любому. Третьего так, ну, будет такая ровненькая платформочка, допустим. Ну и, в принципе, все нормально. Теперь можно... немножко как-то ее укрепить. Лил слишком убого. Так, чуть-чуть. С этой стороны, в принципе, не принципиально, но давай сделаем. Хотя тут и так нормально, да, тут. Черт. Ровно. Мне нужно много булыги, нужно ее сильно переплавить много. Тебе нужен камень, получается? Да. При том камень, который у нас был там, я забрал. Именно камень. Mm-hmm. И каменные кирпичи тоже. Mm-hmm.
Так, ой, я вижу платформу. Ты ее намутил. И все еще мучу. Мучи, мучи. Ладно, я там, видимо, пошел плавить. Ну, я еще посмотрю, конечно, может, у нас где-то завалялись еще каменные кирпичи, либо просто камни. Ну, чуть-чуть камней нашел. А ты уже делаешь стены, да, получается? Да, да, я сразу начну со стен, тем более, что, как видишь, жители очень быстро подыхают. Угу. Печально прям совсем. Хорошо. Так, ладненько, а ты каменные кирпичи-то мне не скидывал, да, получается, или скидывал? Каменные нет. Ой, не каменные, но вот эти крутые. А там я сундук положил сверху. А, угу. Так, ладно, сейчас до этого доберемся. Давай сначала здесь продумать надо. Опа, нашел немножко. Здесь, в принципе, да, надо будет тут доделать. Вот это палево. Да чтоб тебя подкинуло. Я же боюсь заходить. Булыга, ну булыга. Булыгу тоже возьму. Тут всякая такая вот сундук для сортировки. Как раз пойдет. Сюда поскидываю. Я просто там понаходил всяких яблок, всякой другой фигни. Да, нормально, бери. В хозяйстве пригодится. Да не, я наоборот скидываю тут. Старый дом. Да нафиг оно мне нужно. Так. Мне сейчас конкретно строительство интересует. Вот это, кстати, хороший. Хороший. Надо подумать над тем, чтобы их наделать еще. Плавненько ходить. Полублоки. Каменно-кирпичные. Это на самом деле важно. Так, ну просто булыга мне так не особо нужна прям. Так, так, так. На самом деле тут тоже столько сортировать нужно. Просто жуть. Где? В этом сезоне ты имеешь, что ли? Или где сортировать? В старом доме нашем. Ну, да, и забудь, зачем? Я, конечно, не буду этого делать. Ну, все ушло. Так о том речь. Просто не стоит. Оп. Отлично. Ты еще туда железо закинул? А, я же сказал. Я что-то не слышал. Прослушал этот момент. Ну да ладно, тут в любом случае еще на 100% зарядки. Я сейчас как раз стол закину, ставлю и все. Так а ты больше не плавить или нет, или так, просто конечно, так закинешь? Камни. Булыгу, а, точнее. Точно. Булыгу. Но это мне нужно. Мне нужно это. Так, ну предположим, допустим, основа у меня готова. Теперь нужно дофига кирпичей, соответственно. А, блин, здесь облака, кстати, вот не клево. Облака-то можно отключить. Если они живые, то вырубить. Ну, в смысле. Ну, выше поднять их просто. Там, по-моему, есть такая настроечка. Что-то вот не знаю, не скажу. Ну, вроде бы было. Осталось чуть больше стака булыги. Всего. Представляешь? Нормально. Как понадобилось-то, а? А говорили, не понадобится, фигня все это. Так, наверное, вот так вот я оставлю. Теперь дальше это дерьмо там. Ладно, не знаю, может, никто не говорил. Ну, вообще, да, это вообще тоже не помню, что кто-то говорил, что не понадобится булыга. Ну, это я так, образно. Так, погоди, получается, 4 стаков, и так и получается 4 стака, стака, правильно? Так и получается. А, ну, ровно, нормально вообще. Тогда в порядке. Я еще додумал, меньше выходит. Нет, там все пучком, на самом деле. Да, я уже вижу. Хорошо. А вот этот стоун сжирает эту печь, что-то прям дофига. Это да. Есть такое дело. Что мне вот не нужно? Земля в иллюминаторе. Железо. Это не помещается мне прям. Инвентарь. Короче, делаю наш дом с тобой. Он будет не особо большим изначально, потом будет вообще пипец гигантским. Да нормально. Мы еще. Кстати, ночь. Ты не забывай, смотри, что можно. Еще поспать. А пока не нужно. Но если тебе нужно, можно поспать. Я пока не знаю. Подожди, у меня какая-то ошибка, что ли, получилась. В расчетах моих. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, спасибо, что напомнил, не записывать ничего. Да, прервемся. Блин, да, прервемся на секунду, да.
Так, друзья, хорошо, продолжаем. И теперь наконец-то мои зрители видят серию с моих глаз, они с глаз и горели, потому что первые 20 минут серии у меня не писала программа для записи. Что за дерьмо, я не знаю. Слушай, надо поспать, короче. У меня энергия даже на исходе. Окей, сейчас. Поспим, ладно, по-быстрому. Я уже к тебе прилечу. Сейчас. Давай. Просто какой-то бред, я фиг его знает. Что такое, как с этим бороться, с программой для записи? Вот все игры пишутся хорошо, но Майнкрафт не пишется ни с чем нормально. Ну ладно, не будем о грустном. Ничего страшного, продолжаем гигантскую стройку. В принципе, те, кто пропустили кусок видео из моих глаз, потому что он не писался, те особо ничего не пропустили, потому что я тупо добывал, переплавлял и строил. Ну да, в принципе-то. Можно показать, потому что тут уже появилась платформа, появились очертания. Да, я построил тут 4 платформы, получается, вот, и сейчас тут уже строю замок, только у меня, видишь, тут какая-то несостыковочка получилась небольшая. Вот там внизу несостыковочка, которая должна умереть. Тихо. Стыковочка как с кораблем, то же самое. 4-4. Нет, теперь ровно все. Теперь все ровно. Тошнинами тут. Муму. Я делаюсь. Муму? Да. Не надо топить, да, никого? Да. Так, так, так. Засранец, иди отсюда. Так, скелет, так. Который не горит днем, исправим. Даже золотые поножи выпали. Так, ну допустим. А, я все равно не смогу взять. Ну, полный у нас будет дома деревянный какой-нибудь, да? Или какой предлагай варианты? Не знаю, есть мрамор, есть, если хочешь. Ну, как бы, мажорно, конечно. Да не знаю, можно и деревянный. Ничего так, ладно, подожди, вот, допустим, здесь у нас будет уровень пола, значит, раз, два, три, 4 блока высоты хватит? Да, наверное, да. Значит, на 5-й делаю потолок первого этажа. Ой, 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 разогнался. Так. Здесь можно, кстати, и полностью... В этих местах, наверное, бойницы не нужны, да? Как считаешь? Где? Не понял. Ну вот в той дороге жизни, которую я делаю от одной деревни до другой. Ой, да, наверное, да. Например, в самой дороге не нужны бойницы. А ты прям там делаешь уже... Да, я посмотрю, как ты там занимаешься, да. А то Игорель, ты там в это время улучшает деревню, стены строит. Это ты столько стен уже построил тут? Ну, стен-то тут немного. Не, ну нормально, в принципе, еще нет. Здесь внутри я сделаю типа окна. Угу. Больницы. Обычные окна. С деревянными решетками. Ну я понял, да, прикольно будет. Ладно. Каждый занят стройкой, и это хорошо. Ага. Так, продолжаем разговор. Стройка шикарная, что нет. Летать можно, вот что, как в креативе. Шикарно. Думаешь? Ну, типа да. Типа это прикольно. Оп-оп-оп-оп-оп. Видимо, я сейчас... Там предлагали, кстати, по-моему, тебе предлагали взять лазер технический. Да, предлагали. Было дело. Идея, кстати, мне очень понравилась. Что? Очень понравилась? Идея или... понравилась, да. Ага. Ну, потому что не очень хочется так долго выкапывать все это барахло. Но, с другой стороны, что поделаешь? Понятно, да. Так, 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 так. Блин. Ублюдок тупорылый. Ладно тебе, ладно. Так. Только о себе в таком неприглядном свете. Так нифига, блин, полсерии не записал. У меня какие-то синие ящики целый день какие-то фейлы. Я вообще не могу прям. Убешивают. Так, ну ладно, не будем о грустном. Да. Грустно, что очень много еще каменного кирпича предстоит.
Кстати, будет даже прикольно, что он такой необычный. Необычный кусок будет у меня здесь. Очень много каменного кирпича уйдет. С другой стороны, подвальчик человека, который здесь что-то выращивает. А, я успел понять, фиг с ним. Подвальчик кого, прости? Подвальчик. Подвальчик человека, который выращивает. Что выращивает? Хвост себе выращивает. Не знаю, что он выращивал, но тут явно у него есть задний дворик, на котором что-то выращивал. Угу. И я просто буду огражать так, чтобы у него еще и подвальчик появился, чтобы он подпольно продавал то, что выращивает. Складировал. Что ты несешь, твою же мать? Подпольно продавал то, что выращивает. Так, одинаково? Не совсем. Да, одинаково. Одинаково. Жестко. Жестко смотрится. Так, теперь отсюда получается то же самое. Так, это, кстати, не очень. Нет. Нет, убейте. Здесь-то ладно. Фарш. Супер стойк. Почему нет? Да, жесть какая-то. Я уже офигел. Чувствую себя прям настоящим каким-то, не знаю, джамшутом. Джамшут. Кладу кирпичи. Да уж. Я тогда Равшан буду. Хорошо. Равшан и джамшут. Прекрасно. Тихо. Упал. Да, но и не упал. Дишки-то у меня есть в порядке. Скажем так, чуть было не упал. Так, хорошо, это замечательно все. Тут просто прекрасно. Здесь у нас такие вот, получается, стеночки. Ага, понял, ночки. Вот так вот, да? Угу, дальше тут у нас, получается, по аналогии с этим говном, стена здесь. Эй, Вася, Вася, ты что? Здесь такой двойной кирпичик. Здесь тройной, здесь двойной. Не понял я, почему так. Вот это крепость. А, понял, понял. Кстати, да, тут надо... тоже так сделал. Что за фигня? О чем-то, какая крепость? Да я строю тут прям реально крепость какую-то. А здесь у меня криво, кстати, вот. Очень неудачное место, что они на горе. Ой, еще один выжил, двое выжило. Они, ну все, они по-любому будут мутить себе детей там и так далее. Не важно, что там мужики. Не важно. Ну что, мужики, замутим детей? Замутим, конечно. Ну, это явно было лишним. Так, а здесь все хорошо получается, правильно? Да, только теперь надо... А, подожди, один? Тут один же блок или два? Два, а тут три, что ли? Раз, два, три, тут три. Это надо сломать тогда. Мы еще там полностью, не парься, все будет. Так, слушай, ну, можешь потом посмотреть нас именно уже какие-то такие более-менее очертания. Пока что только еще вообще основа основ, но тем не менее... А, блин... Я, по сути, тоже ты чертаниями занимаюсь. Да чтоб тебя подкинул и порвал. Сразу предвещаю людей, которые напишут, что это надо вырезать. Валда, можно сказать, вырезал, конечно. Да я случайно, блин, нас мне очень обидно, до сих пор я переживаю по этому поводу. Но я предостерегаю сразу, не надо это писать, мы не будем ничего вырезать, потому что если вырежешь, то большая часть людей будет говорить, что как это получилось, что это такое, во-первых, а во-вторых, выйдет одна серия вместо двух. Вот, ну, что вот. Самое главное, так что не надо писать, то толку от этого нет. Так, подожди, откровенно. Так, тут. Однако можете написать, как ускорить этот процесс. Если у вас да зачем? Идеи. Забей. Что-то как-то у меня криво все равно получается, нихера не понимаю. Какого хрена? Горели. А, я паука убил. Что-то тут вообще не то. Криво? Глазомер надо чинить. Глазному, видимо. Слушай, реально не то что-то совсем. Посмотри сам, тут что-то вообще какой-то отстой. Глазному. Ладно, сейчас приду, посмотрим. Где ошибка-то? Тут 4 получается. Тут тоже. Ну, значит, как-то здесь получается, что ли, вот в этом месте. Не надо этот. Или чё? Или как? Ошибка.
Где что не так? В этом весь вопрос. Что-то явно тут не так. Вот здесь что-то не так. Вот здесь где. Сверху посмотри. Взлети. Да блин, где ты там? Куда взлетит? Чуть выше, выше. Тут у меня облака, куда выше-то? Вот сюда, да. У тебя полностью облака, тут можно отключить их вообще. Ну, это облака все закрывает. Ну. А можно отключить. Вот здесь видишь, вот здесь. Так я видел это и снизу, поправь это, пожалуйста, потому что мне что-то не допирает как-то поправить, как бы это говно тут получилось. Вот с правой стороны же аккуратно сделал, она сделала так же с левой. А, и здесь? Ну, что, у меня нет таких блоков. Ну давай, я поставлю тебе их, давай. Вот сюда, да. Вот сюда, все, вот эти две убрать. Эти две. Ты почему ты падаешь, ублюдок? Все, теперь ровно? Вроде так. Ну, тоже подожди. Облака мешают. Ну, вроде как, да, ровно. Да, теперь нормально. Хорошо. Отлично. Так, смотрим теперь, значит, получается, здесь у нас такое-такое, тут такое-такое. Хорошо, как тебе вообще в целом-то? Нормально? Пойдем поспим. Да, вроде пока что выглядит прикольно. Я, правда, думал, двойной. Что немножко по-другому будет. Я думал, он будет навесной и будет подвисать в середине вот здесь. А там будут мосты же, и будут подвисать в середине еще кое-что, да? Не переживай. Что-то будет подвисать. Я думал, дом подвисать будет, не что-то другое. Да-да-да. Давай, доброй ночи. Со временем чайку глотнуть. Давай, я тоже, кстати. С вашего позволения, друзья. А то, прям в горле пересыхает. А то. Да, подвисает неправильно все. Так, надо, короче, облака поднять выше, потому что это реально бесит. Настройки. Настройки графики. Так, вроде, так, да, так. Я не знаю, как выше поднять, но я знаю, как брать полностью. Там фог, так и тихоня. Фог старт. Нет, это не то, это туман. Quality. А, черт, я соврал тебя. Клаудс, получается, называется же. Ну, где они, да, понимаешь, что Клауд? Да, короче, нахер, ладно. Потом за кадром разберусь, сейчас не буду в серии это делать. Да, собственно, можешь уже и за кадром разбираться, потому что пора уже потихонечку завершать серию. Да, ну ладно, вот основа для домика, потом он будет гораздо круче, ребят, вы увидите, офигеете. И подвесной дом тоже тут имеет место быть, не переживайте. Все, кто переживал, не стоит. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, оставляйте в комментариях, что вы по этому поводу думаете, не забывайте большие пальчики вверх и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Да, друзья, мы увидимся в следующей серии Техник Хэлла, третий сезон. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.